Здравствуйте. Хотел бы показать вам видео о Свято-Успенском мужском монастыре. Монастырь расположен в самом центре города Липецка. Основой монастыря является древнеуспенский храм, находящийся в слободе монастырка, получивший свое название по мужскому монастырю Поройская пустынь. Храм стоит на источнике, где, согласно преданию, было явление иконы Божией Матери. Поэтому это место давно считалось святым. Сюда приезжали больные и страждущие, чтобы напиться целебной воды. По преданию, на источнике бывал император Петр I. Особенностью древней Успенской церкви является то, что она словно прячется у подножия холма, стоит в укромном уголке, хотя обычно церковь стараются разместить на вершине, на видном месте. Древнеуспенская церковь, главный храм обители, необычный по архитектуре. Храм бесстолбный и бесколокольный. Особенностью храма является ориентация его оси по линии северо-восток-юго-запад, в отличие от традиционной восток-запад. Источник на месте явления местночтимой иконы Божией Матери известен с 1705 года. В 1910 году под Древнеуспенской церковью во время ремонтных работ обнаружили подземный ход. С этой находкой связано множество легенд. Согласно одной из них, ход связывает Древнеуспенскую церковь и Верхний парк. Но краеведы толком не смогли исследовать ход, так как он был завален. Фундамент предела Древнеуспенской церкви сложен из нетесанных блоков без раствора. Это породило множество легенд, в том числе и о возрасте храма. Есть мнение, что использованные в фундаменте камни
Это остатки гораздо более древнего храма, который был разрушен во время татаро-монгольского ига. Спасибо за внимание.